напоминаю, это супер тяжелая весовая категория. Последний бой нашего вечера. Я думаю, что после этого боя мы увидим еще Александра в деле. За его плечами уже есть десяток профессиональных боев. Он делал перерыв, качал кубики, качал бицепсы. И сегодня мы увидим всю красоту его спортивной техники. В красном ринге у нас Волкович Роман и синий угол Александр Барбарян. Формула боя 3 раунда по 5 минут. Маемо. К сожалению, тяжело найти пару такому спортсмену. Давайте поаплодируем Волковичу Роману. То, что он все-таки принял этот вызов. Ну, а я думаю, что мы ждем Сашу дальше с более серьезными соперниками. На 25-й секунде первого раунда победа в душающем приеме «Анаконда» одержала.